Ну? Она была там? Кто? Нет, ее не было. Тебе-то, конечно, наплевать. А ну, прикуси язык! Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Если я молчу, это не значит, что мне наплевать. Пусть каждый оплакивает ее по-своему. Прости меня. Я не хотел. Да. Ты не хотел. Ты ведь меня не знаешь. Я понимаю, тебе тяжело. В свете мне показалось, что прошло совсем немного времени. Если тебя это утешит. Я рад слышать. Правда. Ну, мы идем обратно в Мидгард? К черному дыханию? Или тут еще дела остались? Так Брок и Синдри выковали топор, чтобы помочь ей выжить? У нее была сила владеть таким оружием и мудрость применять его только во благо. Она обрела цель защищать слабых. Значит, она помогла бы эльфам? Нет. Это вы? У вас были дела? Ты наблюдателен. Я всегда очень внимателен. Нашли что-нибудь на складе Фафнера? Например, точильный камень? Совсем ничего? Ладно. Отец, я должен признаться, эти голоса в голове, ну, это не впервые. Когда мы встретили Брока, его зверюга предупредила меня, что за деревьями кто-то прячется. Она так сказала? Я просто чувствовал то, что чувствовала она, ее страх. Если повторится, скажешь мне, ясно? Обещаю. Свет у нас в Мидгард. Если думать о том, что миры существуют в одном и том же месте, можно сойти с ума. Мы путешествуем, не делая ни шага.
были в другом мире и видели твоего брата. То есть, наоборот. Ты позволил этому ублюдку прикоснуться к топору? М? Ты ведь знаешь, что он утратил весь свой талант. Вот так, бац, и как ничего не было. И меня чуть за собой не утянул. Ну что, он все испортил, да? Скорее наоборот. Ну, даже слепая свинья может иногда пернуть трюфелем. Но знаешь, что самое главное? Постоянство мастера, а уж этого у меня всегда было, хоть отбавляй. Что ты сделал? Так лучше. Ну, если ты уже насмотрелся, тогда у меня к тебе просьба. В чем дело, гном? Возле шахт Велунда работает один алхимик, Андвари. Я о нем не слыхал уже, не знаю, в 700, небось. Может, он умер, а может, вы его и найдете. Он тоже гном, как и я. Носит приметное кольцо с зеленым камнем. Он у меня в долгу. Поищите? Если это по пути. На, я все понял. Вы за даром и пальцем не пошевелите, да? Ладно. Если найдете Андвари, я заставлю его состряпать для вас кое-что. Вот этот камень приведет вас в шахты. Ну, приведем вас в порядок. Еще чего надыбаете, приходите. Ты помнишь путь к черному дыханию? Конечно. Надо пройти по мосту к башне Ванахейма. А мы идем к черному дыханию или побродим? Решай. Мы уже видели эту статую Торы. Когда уплыли из пещеры ведьмы. Где пещера? Полдень, солнце вон там. Значит, это... Эти я тоже не знаю, но они отличаются от других. Я не могу прочитать. Я же говорил, смотри, эти шесты покрывают магия ведьмы. Это сбережет нам время. Oh!
Я не могу прочитать. Thank you.
нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Найти его в ваших интересах. Да-да, всегда рад. А теперь валите в жопу.
нашли алхимика, о котором я говорил? До встречи где-нибудь. Новая метка. Нашли что-нибудь на складе Фафнера? Например, точильный камень? Волки! Отец, можно, можно мне ее понести? Нет. Но... Я сказал нет. Ладно. Думаешь, кто это выточил? Ты знаешь больше меня. Спасибо. Теперь осторожней. Ошибка может стоить времени. Понял. Снова черное дыхание. Что делать? Проверим слова ведьмы. Работает! Не соврала! Идем, закончим дело.
Перелезем. Говорила, что великаны появились в Мидгардских горах, прежде чем исчезнуть. Исчезнуть? Да, они вроде как просто ушли, неизвестно почему. Может, вернулись домой? В Йотунхейм? Может. То лицо на горе — это, наверное, какой-то почитаемый великан. Рот, мы добрались! Черное дыхание. История о великане с головой оленя. Кто он? Что тут сказано? Ни куст с корнем вросшим, ни пленник в цепях, ни зверь в хомуте не знают о нем. Что-то важное для великанов. Они будто нас испытывают. Ну да, вроде правильно. На полу. Это бессмысленно. Чего-то не хватает. Рун. Это ответ. Свобода. Ага, подходит. Что ж, давай. Ага. Прелся. Что происходит? А я думал, появится мост. Твои великаны снова нас испытывают. В этом факеле кристалл. Зажечь его? Так лучше, да? Подняться? Эти проходы слишком малы для великанов. Что ты смеешься? Серьезно? Я всегда серьезен. Да, мама говорила, что ты никогда не любил историю. Великаны — просто раса, как эльфы или хульдры. Это не значит, что они большие. А мировой змей?
Ну, в этом случае великан действительно большой, но он такой один. Готов. Come on.
Эй, еще один кристалл. Ты только посмотри, тут все такое... Мертвое. Я хотел сказать древнее, но мертвое тоже верно. Сын, сюда. Слушаюсь. Thank you.
Это что? Ого, сколько мертвецов. Скажи, что ты видишь. Ну, это были люди, не великаны. Да, охотники за сокровищами. Видишь ловушки? Вижу. Нам повезло, что они уже сработали. Радуйся, что тут все мертвы. Читай. Ладно. О, это Дуратрон, один из четырех оленей мирового древа. Он сторожит вход в Йотунхейм, пока великаны спят. Думаешь, он еще там? Этого я не знаю. Этот язык я уже видел. Зачем прятать библиотеку? Машину, конечно. Ищем путь наверх.
Ого, высочайшая вершина во всех мирах. Думаешь, мама знала, что это гора великанов? Нет. То, о чем она просила, сложнее, чем она могла подумать. Тут только эта странная смола. Так, не помогло. Кажется, это имя. Хразли, то есть ужас. Что это? Странно. Это свеча, обвязанная нитками, и какая-то шкура. Может, это фонарь? Петеля нет. Нам это не нужно. Биврёст осветит нам путь. Эй, как думаешь, кто зажег тут факел? Мертвым свет не нужен. Смотри в оба. Это такое? Где мы? Мы в шахте. Если этот крюк достает до верха, то наша цель близка. Как его нужно использовать? Кажется, я понял. Лапа с одной стороны. И если мы вытащим это... Сын! Похоже, веревка застряла под камнем. Ты неосторожен. Ты прав. Извини. Не идет. Но может мы найдем путь наверх вон там? Ну, когда уберемся. Опыта. А я все думал, кто разбудил всех драугров в горах? А нужно было догадаться. Ясно!
Ого, какое тут все огромное. Ясное дело, это же гора. Тут туннель, но тебе не пролезть. Здесь. Ладно. Да, смогу. Двигайся! Нет, не вышло. Вагонетка все еще... Я вижу. Вперед! Вот так!
Может, через те большие врата? Сильнее. Все было легко. Только не вздумай брать ненужный хлам. Ладно.
Смотри, еще фонарь. Сломан. Брось его. Но зачем они нужны? В них есть что-то особенное. Я точно знаю. Эта штука не поедет. Волшебный замок. Механизмы тут похожи на гноми, но камень явно клали. Наверное, великаны не просто добывали труду, они жили здесь. Читай. Слушаюсь. Странно. Что там? Кто-то написал только для великанов, а другой приписал еще для гномов. Давай и мы допишем. Нет. Мне нужен этот алхимик, чтобы сделать кое-что для вас. Найти его в ваших интересах. Oh!
камни. Надо освободить веревку. А если забраться наверх с вагонетки? Ты почти достал. Будет. Да ладно. Ух ты! Теперь колесо будет крутиться. Мы поднимемся наверх.
Подходит! Отлично! Поехали! Мы поднимемся к самой вершине? Это мы скоро узнаем. Что-то там не так. Я чувствую опасность. Не думай о том, что может быть. Сосредоточься на том, что есть, и будь настороже. Хорошо. Не самая вершина, но близко. Вот этот целый! Тут записка. Молитва великана. Он просит предков охранять его. Привести домой. Сын. Подожди. Я знаю, как это работает. Смотри. Ого. Что ты написал? Попросил беречь мою маму. Они сберегут нас на пути к вершине. Идем. Путь не близкий.